Всем привет, ребята! Вы попали в игровую студию Технокара. И что такое игровая студия? Игровая студия — это то, где я собираю свои компьютеры. И эти компьютеры проходят самую качественную проверку. И на этих компьютерах идут игры. Позади меня стоит несколько компьютеров. Посмотрите, вот тот прикольный розовый компьютер, как и этот. На каждом компьютере я тестирую игрушки, ведь многие продавцы, безусловно, говорят, что на вашем компьютере пойдут игры, но по факту вы приходите домой, и не факт, что эти игры идут. Итак, давайте я вам просто быстро покажу, на каких системах я тестирую компьютер. Самое, конечно, первое, как только я собираю наш компьютер, а потом он уже будет ваш, я полностью смотрю, чтобы здесь ничего, никакие кабелечки никуда не попадали, ни в какой кулер. Это я все полностью проверяю. Второе. Через специальные системы датчиков я проверяю, не перегревается ли видеокарта в режиме реального времени. То есть я запускаю игру, проверяю, что игра играет, что все хорошо, нет ни зависаний, ни фризов. И потом я делаю alt-tab и проверяю, а нормально ли себя чувствует железо. Третье. Я проверяю полностью на совместимость все железо, начиная от материнской платы и заканчивая оперативной памятью. И там есть разные частоты, есть разные модели, есть разные характеристики. От этого я вас, конечно, избавляю при том, когда вы приходите на бушный рынок и начинаете разбираться, а какой сокет подходит, а какой не подходит, какая материнская плата, какая оперативная память. От этого я вас, конечно, всего избавляю. Ну и посмотрите, пожалуйста, что я еще делаю. Если вдруг что-то из моих комплектующих есть БУ, вообще смотрите, все мои комплектующие я стараюсь брать всегда новые, но цену держать на уровне рынка БУ. Но все-таки, если что-то здесь есть БУ, например, иногда мы покупаем БУ видеокарты для того, чтобы сделать для вас сборку максимально бюджетной. Я, во-первых, меняю полностью термопасту. Я проверяю видеокарту на разных стресс-тестах. И давайте я вам просто покажу, например, какие бывают тесты помимо игры, потому что в игру мы уже поиграли. Есть у нас тест, называется Superposition Benchmark. И здесь мы сделаем на 4К. И, пожалуйста, сейчас мы будем проверять нашу 2060 Super. Но пока что она проверяется, я вам дальше расскажу, что я еще делаю. Каждый блок питания у нас мы стараемся брать новый. Опять же, если он с пробегом, то мы его полностью проверяем и даем вам гарантию на него. Помимо этого, если вы покупаете у нас компьютеры, мы вам можем предоставить до года гарантии. То есть, понимаете, вы берете у нас компьютер по цене, например, 30 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, но по факту в магазине такой же с гарантией год будет стоить в 2 раза дороже. Я же вам всего лишь за 10% дополнительных стоимости даю точно такую же гарантию год. То есть он будет у вас собран из новых запчастей, это первое. Второе, вы можете купить годовую гарантию. Третье, он у вас собран профессионалом, который занимается этим уже 10 лет. Ни для кого не секрет, что многие сотрудники в ДНС только начинающие студенты. И именно там, на ваших компах, они начинают тренироваться. И когда вы приходите, даете им сделать сборку за 5, за 7 тысяч рублей, они вам ее делают, вы приходите домой, и там может обнаружиться, что что-то не состыковано, какие-то драйвера не установлены, что-то вылетает, синие экраны смерти. Вы приносите в ДНС, да, они меняют вам по гарантии, но потом вы опять же тратите время. Зачем вам туда-сюда по 10 раз ездить, когда можно просто собрать еще дешевле у профессионала? Это первое. Во-вторых, у меня очень много отзывов хороших, очень много клиентов, а точно так же у нас 3 магазина, мы сможем вам отправить доставкой в любую точку России. Вот, например, не так давно я отправлял доставкой своему клиенту в Санкт-Петербург. Собирали мы компьютер за 170 тысяч рублей на i5 там последнего поколения, на последних поколениях видеокарты RTX 4070. И все это я полностью проверил. Все это я полностью предоставил ему гарантию, предоставил видео, как мы собирали его компьютер. И потом он уже оплатил. То есть все это можно сделать точно так же под заказ. Если вам нужно, то обязательно покупайте. Помимо этого, смотрите, вот в ряд идут компьютеры, у нас есть абсолютно разные корпуса. Любой корпус я вам могу сфотографировать, вы посмотрите, скажете, устраивает вас или нет. И мы пересоберем
точно так же, вообще спокойно, все сделаем специально для вас. У нас самая лучшая сборка, самый большой выбор красивых корпусов, самый большой выбор видеокарт. Все видеокарты мы стараемся всегда брать новые, потому что старые они сейчас после майнинга все. Зачем вам видяхи после майнинга? Непонятно, что будет с ними через месяц. Я же, как уже говорил, вам могу дать хоть год гарантии, потому что все комплектующие у меня новые. Помимо этого, смотрите, ребята, у нас есть большие красивые корпуса, как вы видите сзади, там большой красивый корпус, и таких корпусов 24 дюйма, 27 дюймов, 144 Гц, 200 Гц даже обновление экрана, это все у нас тоже есть в наличии, то есть вы можете сразу же прийти, в одном месте все купить, у вас будет все новое, но цена будет в 2 раза дешевле, чем в магазине. Поэтому, ребята, если вы посмотрели это видео, и если вы зашли на мое объявление, и вы еще сомневаетесь, обязательно заходите, нажимайте позвонить, оставляйте ваши контакты, и наши менеджеры с вами свяжутся и подберут для вас самую лучшую сборку под ваш бюджет. Спасибо.